Во дворе накрыт трапезный стол, освященные куличи, яйца. Екатерина Миролюбова, прихожанка храма преподобного Серафима Саровского уже около 15 лет. Называет его не иначе, как вторым домом. Отмечает особую атмосферу, ощущение сказки. С ней дочь Евдокия, Дуня, Дуняша. В семье стараются хранить традиции, в том числе пасхальные. Этот праздник на особом месте. Радость, весна, пробуждение, спасение. И как-то, даже если какие-то есть невзгоды или что-то, как-то все уходит на задний план, идет примирение в душе и вокруг со всеми. Приход прибыл крестный ход. Более 3 часов его участники шли по центральным улицам города достаточно быстрым шагом. Здорово, это очень даже физически полезно, наверное. Поэтому нам понравилось. Все улыбались, все радовались, все славят Христа. Очень здорово. Есть такое церковное песнопение пасхальное «Веселыми ногами». И вот мы это сделали сегодня на практике. И самое главное, что и сами возрадовались, и других порадовали. Пасхальная вечерняя служба. К этому моменту весь огонь в храме – частица того, что привезли паломники из Иерусалима. Как говорят в приходе, дошел благодатным путем, а остальное – уже технические детали. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.